Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, это Subnautica, игра, которая находилась определенное время в раннем доступе, но наконец-то добралась до релиза. Это выживалка, но выживалка необычная, а большую часть времени в ней мы будем проводить в воде на другой планете и пытаться как-то там выжить. Я думаю, многие об этой игре уже слышали, кто не слышал... Игра клевая, она действительно красивая, интересная, и в релизной версии уже должно быть много интересного. Я знаю не весь контент, я играл уже где-то год назад, наверное, и с тех пор сюда много чего добавили, поменяли, и плюс на релизе там что-то вроде подвести должны были, ну плюс разные оптимизации, улучшения и тому подобное. В любом случае, давайте начинать играть и посмотрим, что у нас получится. Здесь есть у нас как выживание, так свободный режим, хардкор и креатив. Но будем мы играть в режиме выживания. Что ж, нас ждет вступительный ролик. И начинается все с катастрофы. Что-то пошло не так. Запуск через 3, 2, 1. Спасательная шлюпка. А вот это так себе приятно. Не хотел бы эту фигню себе в лоб словить. Ну, дайте уже управление. Я буду тушить пожар, я это умею. Давай тушить. Все, отлично. Могло бы быть. Наша КПК местная. Да, Альтера. Некая операционка, грубо говоря. Вы получили легкую травму головы. Это можно считать оптимальным исходом. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой. Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Пожалуйста, прочтите подробный совет по выживанию в базу данных. Удачи. Да, спасибочки. Тут у нас уже есть чертежики. Нам еще надо будет всякое поизучать, посмотреть. Но уже много чего мы умеем крафтить. Если они тут ничего не меняли с этой системой крафта, кстати. Эта информация у нас и так хорошо все известна. Голосовой журнал только то, что мы сейчас услышали, там есть. Снаряжение, воздушный насос. О, воздушный насос для подачи пригодного воздуха для дыхания в удаленное место используется. Что-то новенькое, кстати. Ремонтный инструмент, но это старое. Ручной сканер, это старое. Морской глайдер и так далее. Что у нас тут по чертежам в первую очередь доступно? Комплект проводов, бла-бла, вода. Так, фильтрованный, обычный кислородный баллон, всякая дичь. Силиконовая резина. Но основная наша сейчас задача — это как-то начать выживать. Собирать ресурсы. Мы можем всякий вот титан понаходить, еще что-либо, сделать какие-то себе инструменты и так далее. Сейчас мы этим и займемся. Также неплохо сразу бы прочекать, что у нас есть в инвентаре. Сигнальная ракета, одноразовый источник света. Давай заберем, заберем. Вода, еда. Пока что все отсюда заберем. Нам это так или иначе может пригодится. Здесь у нас аптечка тоже может пригодиться, потому что меня, скорее всего, не раз и забьют. Вот наш изготовитель. Мы тут можем что-либо изготовить. Но пока что это не так-то много чего. Вот морской глайдер было бы неплохо. Но нет ничего, ни ингредиентов, ничего у нас нет. Ну и, конечно же, мы будем строить свою подводную базу. Но будет это несколько явно позже. Пока что давайте осмотримся. Ибо мир здесь действительно классный. О, да. Ну, также нам надо питаться. У меня уже такой есть легкий голод. Аврора получила повреждение корпуса на орбите. Причина неизвестна, а признаков жизни людей не обнаружено. И на Аврору нам тоже надо сгонять. Но не все так просто, как кажется. Давайте-ка занырнем. Уху, щучка. Блин, я хотел щучкой. Ладно, не получилось. Че мы? Что-нибудь подхавать надо? Я не хочу... тратить паёк, как бы, да? И заодно поплаваем, поизучаем. Металлолом.
Металлолом может пригодиться. Металлолом, окей. Обычный металлолом. Так, металлолом. Так, давай кого-нибудь схапаем. Дай сюда рыба. Такой себе из меня рыбак. Жди, вот ты... Ты на воду пузыри, я помню. Иди сюда. О, да. Я уже начинаю задыхаться. Поэтому надо всплывать. Но у нас пока что нет никаких особых средств для того, чтобы нормально поплавать. И ночью у нас будет пока что проблема преимущественно. Да иди сюда, гребаная рыба. Не знаю, насколько там съедобная, но я возьму. Так, вот уже камушки пошли, первые ресурсы. Тут надо сейчас будет поплавать. Я хочу просто поймать рыбку, которую я могу схавать. Сюда, говорю. Блин, так ты твою мать. Ты издеваешься. Давай сплывем. Бумеранг. Тоже рыбка местная. Ну-ка. Итак, пузырь. Это... Пить из него можно сделать, по-моему, воду, но это надо там делать. Рыбка, бумеранг. Надо еще ее как-то готовить, по всей видимости. Ну ладно, сейчас разберемся. Надо немножечко наловить всякого, наверное. Вот наш изготовитель. Давайте посмотрим. Здесь же у нас, по идее, все готовится. Да, приготовленная еда. Мы можем спокойненько вот приготовить. Ну, пузырь не будем трогать. Тебя приготовим. Отлично. Выглядит аппетитно. Бумеранг приготовим. Для тех, кто привык к синтетической еде, вполне, короче, зайдет и этот хавчик. Не забывайте, что люди выживали таким образом на протяжении многих тысячелетий. А вы тоже, мать его, сможете. И водичка. Фильтрованную воду делаем из пузырика. Это то, что на первых порах нам, в принципе, доступно. Из ресурсов я основные материалы могу уже сделать титан из металлолома. Это хорошо. Такс. Из персонального что я могу? Кислородный баллон забубенить, к примеру, труба. Так, контейнер. Контейнер это круто, конечно, звучит. Но пока что сделаем обычный кислородный баллон. Это уже нам чем-то поможет, да? Кислородный баллон. Для тех, так, это мы уже всю базу информацию видели. Так, это у нас всякие чертежи, которые мы можем подизучить. Смотрим дальше. Вот у нас уже кислородный баллон. У нас больше запас кислорода, кто бы мог подумать. И приготовленный бумеранг. Давай мы съедим. И тебя съедим. Питательность такая себе. Питательные батончики больше дают. Блин, а ночью тут довольно круто. Я пытался медную руду найти, чтобы сделать оборудование, но, блин, ночь что-то очень быстро подкралась. Поэтому пробую тут в округе. Ну, блин, в округе я так просто, наверное, не найду сейчас медную руду. Потому что ни черта не видно. Придется ждать утра. Иначе никак. Медная руда там, она вроде по краям была раньше. Плюс где-то так. Это всякие пластинчатые кораллы. И медная руда мне вообще нужна, по сути. Сейчас, конечно, ни черта не видно. Надо, наверное, ждать утра. О, медь жизненно важный компонент всего электрического оборудования. Вероятность вашего выживания только что возросла с ничтожно малой до крайне малой. Женщина, ты, мать твою, умеешь успокаивать. Я теперь рад. Тут также вон кварц. А, задрала ты со своим кислородом, алло. Дай мне тут меди собрать. Блин, всплывать далеко. Надо быть аккуратнее, а то я нафиг тут задохнусь просто. Смотри, как далеко, жесть. Но нам надо медь, нам надо ресурсы, и тогда у нас все будет хорошо, мы себе что-нибудь сделаем, чтобы плавать. Как ты там называешься, глайдер или типа того? Сейчас тут еще меди поищем. Сканер ближнего действия предполагает, что данный травяной биом поддерживает обширное биоразнообразие и соединяется рядом небольших пещерных сетей. Отлично. А вот это у нас еще, по-моему, медь. Окей. Рассвело. Сейчас мы сплаваем, сделаем все, что нужно. А вон там эти сталкеры, работяги. Так, с ними мы пообщаемся чуть позже. Пока что дайте-ка мне еще немножко меди на всякий. Это что? Так, что я взял вообще? Что это было? Отложение соли. Сойдет. Ну и, наверное, надо плыть. Так, там эти говнарьки. Тут ничего. И сканировать, да, поплыли на базу, сделаем себе что-нибудь. И от этого уже будем отталкиваться.
Да-да-да, на базу. Громко сказано, на спасательную шлюпку, блин. Наконец-то могу сделать сканер. Давай. А то без сканера нам тяжко будет. Нам надо разного насканировать. Так, огнетушитель трубы. Ну, понятно, плавучий воздушный насос. Чтобы нам начать что-то строить, это, конечно, выгодно. Так, жди, похавать. Мы можем засолить, да, чтобы она подольше не портилась. Мне вроде бы пока что нет в этом необходимости. Пока что просто обычной еды приготовим, чтобы можно было похавать. И надо буду сейчас поплавать. Как бы посканировать всякое. Давай, все, готовим. Я уже в целом достаточно бодро проголодаться успел. И водички сделаем. Часть можно чего-нибудь, наверное, скинуть. Зачем я с огнетушителем плаваю под водой? Мне он, наверное, навряд ли сильно пригодится. О, уже газобрюхо просканировал. Ну, он мирный парень, это я и так знал. Но сканер работает. Это главное. Теперь надо найти останки и просканировать что-то действительно важное, что нам может принести пользу. А не просто какую-то неведомую тварь просканировать неведомо зачем. Так, давай пока что. Самосканирование, кстати, тоже произвел. Мне как бы игра любезно предложила. И нам надо останочки всякие посканировать. Что это у нас здесь? Металлолом. Не, металлолом тоже надо, конечно. Ну, давай искать останки. Жди, это я сейчас не в ту сторону поплыл. Где-то в той стороне останки видел. Сейчас надо их найти. Пока что находим металлолом. Что у нас там? А, металлолом, смотри, зараза, много места занимает в инвентаре. Это, наверное, тоже стоит учитывать. Что за труба? У-ю-ху! Гигантская коралловая труба. Шикардос. Так, я сейчас задохнусь такими темпами. Да-да-да. Да, наверное, в ту сторону немножечко надо проплыть. Да, посмотрим, что у нас тут еще есть такого интересного. Нам нужны останки, нам надо их сканировать. Ух ты, пух ты. Красивый, конечно, гейзер. А вот здесь вот у нас еще и медь притаилась. Медь же? Или не медь, кто это был? Титан, по-моему. Да, титан непосредственно. Ну, титан мы из останков можем сделать на изи. Ну, из останков металла. Как бы это ни звучало. Так, ну подожди ты. Что у нас тут еще? Еще металлолом. А, все немножечко не то. А, вон, вон, вон там сейчас мы сможем посканировать, и это замечательно. Единственное, что надо подышать. Такс. Металлолома я уже много нашел. Кто орет? Где-то какие-то крупные твари плавают. И орут. Ну ладно, пусть орут, да, нам-то особо они не мешают вроде бы. Хотя стоит признать, довольно стрёмно слышать такой вопль под водой. Ладно, будем сканировать, что у нас. Так, не то. Чё этот гейзер дурацкий. Все не то. Вот то. Фрагмент радиомаяка. Есть контакт. Ищем еще что-нибудь полезное. А, вон кто там орет. Смотри, какая здоровенная фигня. Ну это эти мирные, но здоровые твари. Очень здоровые твари. Блин, ну круто выглядит. Ладно, нам с тобой пока нечем общаться, по сути. Мне надо вокруг поплавать и посканировать все, что встречу. Вот это важно. Грави-ловушка. Фрагментик. Сколько тебе там надо? Один из двух. Жди, это, по-моему, я далеко не уплыл. Или уплыл? Нет, это явно что-то немножко рядом. Давай грави-ловушку досканируем. Отлично.
Что-нибудь еще тут интересно есть? Гигантор куда-то туда погреб. А мы здесь посмотрим, что у нас может быть интересного. Вот тут еще какой-то фрагмент. Ну это опять гравиловушка, мне за это что дадут? Просто немножечко ресурсов. Ну такое. Хворать. Понимаешь, что ты здоровый, но ты меня пугаешь. Как-то стримашь, я не знаю, немножко что ли. Вечерело? Но мне же еще надо водоросли собрать, я совсем про них забыл. Вот про эти вот. Единственное, что здесь эти говнарьки лазят. Ну ничего, давайте-ка быстро соберем. Так, сколько вы там места занимаете? Прилично, да? Прилично место занимаете, но немножечко собрать надо. Все, сойдет. Пока вечереет, мы сейчас там сплаваем, немножечко о еде подумаем. И где-то здесь я что-то вроде видел, какие-то вон они обломки. Глядишь, можно что-нибудь там это найти, да? Вполне себе вероятно. Очень на то даже, я бы сказал, похоже. Да, темнеет. Кстати, небо красивое. Ладно, там еще можно фонарик сделать, все такое. Ласты надо сделать. Мы сейчас резину аккурат из этих водорослей вроде бы и сделаем. Вон они, сталкеры. Так, это у нас не то, что нужно. Так, что, неужто ничего из этого не сканируется? Серьезная игра. Жаль. Текс. Ну, реально, я ничего не вижу, что можно отсканировать. Поэтому, наверное, просто уматываем. Кто звуки издает? Ладно. Поплыли пока от греха подальше. Да и плаваю я пока очень медленно, наверное, надо, чтобы побыстрее плавать. Так, это все-таки у нас металлолом, и инвентарь и так полон. Заплываем на борт наши спасательные капсулы. Здесь, по крайней мере, достаточно безопасно. Так, что мы тут можем изготовить? Резина, смазка. Давай вот эту вот резину. Штука крайне для нас сейчас полезная. Даже не знаю, смазка нам понадобится, это не понадобится. Так, давай глянем. Ну, еще две резины. Определенно. Ну, две по две, четыре по итогу. Так. И дальше смотрим. Мы там по-любасу можем что-нибудь персональное сделать. Снаряжение. Ласты. Куда нам без ласт? Ласты сразу в слот оденутся. Так, изготовитель использует имеющиеся данные, чтобы, короче, произвести что-либо. Ну и не надо, типа, менять настройки. Окей. Ласты превращают вертикальное движение конечностей в поступательное движение, увеличивают скорость плавания приблизительно на 15%. Ну, мне, знаешь ли, 15%, ой, как лишними не будут. Дальше, что я могу? Контейнер бахнуть. Я, наверное, его бахну. Мы его где-нибудь тут под нашей этой сбросим капсулой. А то что-то как-то пока печально. Так. Дальше что? Снаряжение. А, остальное нам все не особо-то и нужно. Хотя. Что там нам по чертежам известно вообще в целом? Инструменты. Титан нужен. Серьезно? Ну вот уж этого добра... Сколько угодно. Давай глянем. Персональные инструменты. Нож. Стандартный инструмент для выживания. Многофункциональный. Давай нам ножичек. Отлично. Тут что нам надо? Пещерную серу. Это мы соберем. Строитель, микросхема, батарея, комплект проводов. Чтобы строить, да? Комплект проводов, микросхема и батарея. Смотрим. Ну, батарею мы тоже себе можем позволить. Что там еще осталось-то?
Комплект проводов серебряную руду надо найти, микросхема, образец пластинчатого коралла, золото и медный провод. А медный провод делается из медной руды в количестве 2 штук. Ну, по идее, у нас хотя бы уже что-то появилось, это меня радует. Это нам неизвестно, да, это нам надо найти. Давайте осмотримся, уже рассвело, и продолжим плавать. Теперь я могу хотя бы побыстрее это делать. У меня еще теперь ножик появился, можно будет ресурсы хотя бы какие-то собирать поболее, да? Перво-наперво тебя тут разместим где-то рядом. Так, контейнер, плавай, а то у меня уже места не хватает. Твою мать. Открыть. Вот. Давай мы вот это все туда скинем. Не особо много сюда влазит, но ладно, нам пока сойдет. Смазку туда же. Нож пока что вот в этот слот. С помощью него мы можем добывать какие-то ресурсы. Текс. Куньфу-муньфу. Так, жди, ножик убери. Мне просто еда пока что нужна. Она нам по-любасу пригодится. Да-да-да, пискун-пискун. И давай вот этого бутылка. Пузырика. Все, теперь вот где-то с краев, по-моему, какие-то красные могли. Твою мать, пластинчатый коралл. Вот, наверное, их добывать. Ну, давай подышим. Скоро надо будет сплавать на Аврору, кстати. Образец пластинчатого коралла. Там в каком-то крафте же нужен был, да? Иди сюда. Поэтому возьмем и поищем руду. О, это бомберманы, я помню. Больно. Черт, а как-то с ними справиться-то можно? То прям в лицо мне бомбанули твари. Так, ты здоровый-то тут, не ехидничай, не плавай. Так, что тут? Я не знаю, мне тут ножик вряд ли чем-то поможет. Это яйцо. Это кварц. Ну, кварц для стекла нужен, конечно. Кого я там добыл? Титан. О, блин, такие звуки издает. Обнаружена сера. А это титан. Где-то там серу обнаружила женщина, алло. Тут звуки издает. Давай поищем серу, раз такая пьянка. Где-то нам тут, говорят, серу обнаружили. Возможно, нужен нож. Чё? Медная руда, серебряная руда. Золото. Шикарно. Еще медная руда. Так, ну вот это уже интересно, да? Что-то полезное мы тут нашли. Образец коралловой трубы. Я не помню, может быть, из кораллов серый делается. Не исключено. Вот здесь вроде побогаче на ресурсы места. Там единственное, что вон акулки лазят. Но тут на дне всякое прикольное уже находится. Туда, правда, дальше, если плыть вглубь уже. Вот здесь с края, вон, смотрите, ресурсы. Сейчас что-нибудь соберу. Так, я тут водоросли набрал. На одни водоросли можно скинуть. То их так с избытком.
30 seconds. О, я, наверное, еще не во все эти заглядывал. Фрагмент лазерного резака. Надо в эти ящики позаглядывать. What the fuck? Давай всплывем, подышим. Это где получается? Ага, я вот отплыл. Не так далеко в целом, но ладно. Но зато продуктивно. Здесь сейчас можно будет ресурсов насобирать на первые крафты. На какие-то наши, да? Вот тут с краю всякое полезное. Наверное, ножиком быстрее так хлыбись. И все. И начало темнеть, блин. Отложение соли. И, наверное, надо... О, смотри, акулка. Акулка-то меня сейчас потрепит, будь здоров. Блин, я бы хотел туда немножечко сплавать. Но я боюсь там отгрести. Кварц. Потому что вон она. Так, ладно, погребли. На поверхность. А то я чувствую просто задохнусь по итогу. Ой-ой-ой. Мало кислорода. Все-все-все-все-все. Ладно, подышали. Поплыли к базе, и, я так понимаю, надо повнимательнее поискать и посканировать в округе. То что-то я далековато заплыл. Нас тут предупреждают, что квантовая детонация Аврора произойдет в течение 2 часов, поэтому надо быть начеку. Так, ну и пока что покушать надо. Хотя нет, попить надо воды. Так, радио мне пока что не особо интересно. А вот попить хочется. Давай водичку сделаем. Текс. Фильтрованная вода. Я же ее выпил. Ну, вроде да. Что у нас в хранилище тут? Давай еще воды заберем. Получается 56, а тут 20-шка всего лишь, да? Ну ладно, водичку это не проблема пособирать на самом деле. Что мы можем из ресурсов? Сетчатое волокно. Из вот этих водорослей. Водоросли ножом просто добываются, там ничего проблемного нет. Антисептик можем сделать. И можем медные провода, кстати, они тоже нам пригодятся. Отлично. И микросхему могу, золото, образец, вот это все. Шикарно. И... расширенный комплект проводов. Так, подожди. Инструмент исследователя. Размещать голографические диски указатели необходим для поиска обратной дороги из пещер или сложных навигационных мест. Не, звучит, конечно, круто. Типа. Так, пещерную серу осталось сейчас где-то найти. Воздушный пузырь. Для экстренного всплытия нам вроде бы... Мы и так сможем, наверное, всплыть, если что. Комплект проводов и батарея для строителя. Комплект проводов и батарея. Подожди, батарею-то я по любасу могу. А комплект проводов и серебряной руды. А у меня одна серебряная руда, да, осталась? Ну, лады. Нашел осколочек еще чего-то. Ну-ка. О, морской глайдер. Аллилуйя. Один из 2 фрагментов. Блин, мне глайдер трындец как нужен. И серый нашел. В принципе, где эта рыбка сидела, гребаная камикадзе, под ней был... И вот этот вот нужен нам ресурс. Я так подозреваю, там где-нибудь тоже можно добыть. Или вот пещерки. Давайте-ка чекнем сейчас пещерки. И, возможно, там то, что нам нужно. Вот здесь вот. Ну, прежде вот это раздолбим. Так, медь. А не, жди, это такая себе пещерка. Где гребаный кусок глайдера? Дайте сканировать, я хочу уже с глайдером плавать. А то так как-то не очень приятно. Так, где-то опять кто-то орёт. Сталкеры... Ну, сталкера можно немножко приручить слегка. Он металл любит, он металл таскает. В принципе, он вроде пофиг на меня. Мне пофиг на них.
отложение соли. Соль это не то, что мне сейчас нужно. Так, здесь я только что и был. Ну, давай вот в эту немножечко сторону тогда двигаться. Глядишь, еще найдем фрагмент глайдера. Ну, мало ли. Я был бы очень рад. И вроде бы еще кусок. О, да, морской глайдер. Иди ко мне, детка. Так, что-то у нас какие-то красные водоросли. А тут что-нибудь есть? Еще морской глайдер. Ну, это просто мне дали дерьмеца. Потому что я так уже собрал. Где-то эта гигантская дрянь плавает. Это медь. Серебро? По-моему, серебро мне нужно было, да? Серебряную руду мы собрали, аллилуйя. И вон там какие-то останки. Во, смотри-ка ты. Сейчас мы вот тут еще подсканируем. Потому что тут явно что-то много всего. Там вот какие-то здоровые гады. И мы наконец сможем сделать морской глайдер. Вот с помощью него тут, конечно, можно знатно поплавать. Так, где моя капсула-то, алло? Ага, там. Сориентировались, быстренько плывем на дно. Ё-моё, тут целая стая этих говнарей. Ну ладно. Теперь смотрим, что у нас тут на дне. Сильно много я не успею насканировать. Кислород достаточно быстро тратится. Да пошли в жопу. Так, сильно глубоко мне подсказывают. Иди в задницу, стреляет она в меня. Давай, отсканируем. Отлично. И всплываем. Главное не сдохнуть здесь. О, главное не сдохнуть. Какое-то страшное. Смотри, вся в каких-то кораллах, фигня. Давай подышим. Надо, конечно, по-хорошему-то, наверное, плыть отсюда. Эти же вроде бы просто дикие. Ну-ка, я могу тебя засканировать? Рифа спин. Давай, тотальное сканирование рифа спина начинается. Шикардос. Дай поизучаем информацию о тебе. Подожди, я тут кислорода покурю. А что у нас там? База данных. Газобрюх. Какой? Левиафан, рифоспин. Данные огромные организмы достигают в длину свыше 30 метров и относятся к классу левиафан. Хитиновый... Ой, там взрывается все, кедрени фени. Так. Оценка является домом для растений, мелкой рыбы и богатых моллюсков. Что это тут происходит, твою мать? Уху! What the fuck, Вячеславович? Нормально. Вот это я спецэффект, это не заказывал, алло. Чё за праздник начался? Противорадиационный костюм. Жесть. Вот это бахнуло. Знатненько, знатненько. Так, рифоспина, это все кулурут, конечно. Но я тут хочу еще что-то посканировать. Тут явно есть что посканировать. И сваливать отсюда я хочу. Так, металлолом. Или нет, тут ничего больше. Блин, я что-то очень в этом сомневаюсь. Пока что, как, похоже на то, что ни черта тут нету. Издеваешься? Ну ладно, надо плыть, короче, отсюда, а то мы тут так и задохнемся. О, да, я как знал, смазка нам понадобится и медный провод понадобится. Так, подожди, я еще медный провод выложил. Медный провод и смазка, или я не делал медный провод? Так, подожди, ну смазку я точно делал. А вот медный провод, фиг бы его знал. Ну давай сделаем еще медный провод, как бы. Не проблема. А смазка у меня вроде была. Вот здесь.
Такс. Отлично. И теперь что осталось? Изготовить. Мы можем гравиловушка использует искусственную гравитацию, чтобы притянуть к себе легкие предметы и небольших существ. Но нам сейчас это не нужно. Нам нужен морской глайдер. Отлично. Единственное, что он сейчас место, наверное, займет в инвентаре. Эффективность он увеличивает. О, да. Да, он явно здоровый. И много места занимает. Ну ладно, это как бы такое дело наживное. Дальше, аптечка, это круто все. Это все у нас так есть. Противорадиационный костюм мы можем сделать. И поплыть на Аврору, там все это дело изучать. Сетчатое волокно еще одно, это не проблема раздобыть. Водоросли пойти настругать, как бы такое, да? Изи. О, ремонтный инструмент. Такс. Комплект проводов и батарея. Строитель. Ну давай ремонтный инструмент сделаем. Тоже штука полезная. В любом случае нам ремонтиться надо. Давай заремонтим. О, радио. Такое себе радио. Радио говорит Аврора. Сигнал бедствия получен. Какие-то пришельцы, такое ощущение, что говорят. Сомневаюсь я, что за мной кто-то приплывет с Аврорки-то после такого бадабума. Ну давай протестим, как плавает вот эта штука. О, да! О, да! Теперь-то заживем. Это пока что наше нормальное средство передвижения первое. С помощью этой фигни мы можем гораздо-гораздо быстрее плавать. Единственное, что ее заряжать надо будет. Но это такое уже. Лучше с этой фигней, чем без нее. Плюс нам надо, ладно, сортировочку замутить. Я обязательно замучу. Ну а пока что на этом. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.